Видите, в арсенале ни скоростных игроков не бывает. Как он Кейхала убрал-то, блестящая передача! Ну, хорош японец. Венгер всегда был меткий, глаз на молодые дарования. И вот через такие матчи мы с одной из таких звезд знакомимся. На левом краю играет в атаке конкурент Аршавина. Потому что Андрей, напоминаю, в «Зенит» ушел до конца сезона в аренду. Середине.